Президент России назвал претендентов на победу в ЧМ-2018, также оценил шансы российской сборной и назвал имена любимых футболистов. Президент России Владимир Путин считает Бразилию, Аргентину, Германию и Испанию фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Много претендентов, это и латиноамериканские команды, Аргентина и Бразилия, мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии. Очень хорошие качества игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная, сказал он в интервью медиакорпорации Китая, которое опубликовала пресс-служба Кремля. Говоря о шансах российской сборной, глава государства отметил, что в последнее время отечественная команда больших результатов не показывала, но выразил надежду, что она будет бороться до конца. «Мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца», — подчеркнул он. Путин также назвал трех выдающихся, по его мнению, игроков среди российских, советских футболистов — это Лев Яшин, среди иностранных Пеле. «Марадона мне еще очень нравится», — цитирует президент РИАФАН. Вместе с тем, указал Путин, главная задача России, как страны, организатора турнира, достойно провести этот чемпионат и сделать так, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире, отмечает ура.ру. «Это будет самым главным нашим достижением», — заявил он, отвечая на вопрос, собирается ли он смотреть чемпионат. Путин пообещал, что посетит матчи открытия и закрытия Кубка мира. «Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх», — заключил президент.